все готово. Реально так. Миша пришел, и тут не буду просто не пьянуть. В моей группе? Короче, Всем доброе утро! Сегодня мой день рождения. Мне исполнилось 19 лет. Это что-то потрясающее. Я даже не могу сказать, что я чувствую, но я уже получила поздравления от своих самых близких и любимых людей. И утро я начала с маникюра. В общем-то говоря, да, я обновляю цвет. Было очень много положительных отзывов лично мне по поводу моего последнего влога, путешествия из дома в Нижний. Как обычно, мой влог, когда я снимала и вам его еще зимой, возвращение в Нижний, тоже собрал большое количество каких-то положительных откликов, поэтому спасибо вам большое. Этот влог будет также интересным, потому что в этой жизни интересно все. И завтра у меня майнер, у меня будет первый майнер, я постараюсь вам снять его, постараюсь и, собственно говоря, оставить свой честный отзыв, что вообще у нас было в первый день учебы. Ну что ж, я вышла с общежития, мы поедем гулять. Вот, я взяла с собой паспорт специально, чтобы пользоваться привилегиями дня рождения, посмотрим, куда его можно применить. Вот, тепло оделась, потому что сегодня достаточно прохладно. Ветер. Хотя солнышко есть небольшое, но облачно. Все-таки зачатый орленок. В прошлом влоге я вам показывала, мы ходили на Doors. Кстати, мы попали на последний сеанс. Нам повезло. И сейчас нас привлекает это аниме. Мы сейчас находимся на территории университета Лобачевского. Только посмотрите, какой это тут... монумент, я так понимаю, столовые приборы, ложка. Да, только как я. Сомневаюсь, что именно тут. Какие события, какое место? Сейчас хотим узнать, как работают самокаты, чтобы покататься на них. Нужно скачать какое-то приложение. Вот.
мы сейчас покатались на самокате, было очень страшно. Мы называем ее шайтан-машина. Под этим свечением солнца ты похожа на ангела. Да. Мы идем на набережную Федоровского. Вот она там. На этом мосту начинается. Сейчас мы уже направляемся непосредственно к набережной Федоровского. Чтобы на нее подняться, нужно снова преодолеть испытания. А именно испытания в виде большого количества лестниц. Yeah, then I woke myself up, painted a scene, I'm they got my queen bee swinging to my sonnet as I lay by. It's how I want it. In a minute she wrote something that stank good, feeling haunted the way she ghosts and I make eye contact. Both of our tummies making the same tune. Heat up the grill and we filling up with the same food. She a 10 but she fitted with Adidas, a size 9. Somehow we'll be feeling like we the same shoe. Damn, she really been buttering up the jam. Can't me and you cuddle up with the fan blowing thanks. Yeah, I know you worry about the bitches and fan shows, but you was original hands on it. I'm good, she good, we good, it's all good. Что ж, у нас на кухне сейчас вечеринка в честь дня рождения, и не только, в общем-то. Какую книжку я купила себе? Мы уже в общежитии, после всего я купила себе «Каролину». Обожаю мультфильм «Каролина в стране кошмаров». Я уже читала эту книжку на английском и на русском еще в детском лагере. Сейчас решила взять себе именно книжку с грамматическим комментарием. Вот, она вот, как видите, вообще побольше. И да, и также я взяла себе закладки, но это по учебе, в этом доме книги. Вот целая пачка их, классные. И также два пастельных маркера. Хотелось бы более подробно затронуть тему майнера. Мой майнер называется «Язык, культура и межкультурная коммуникация». Language, Culture and Intercultural Communication. Весь майнер, то есть преподавание этой дисциплины, проходит у меня на английском языке. И майнер у меня один раз в неделю по 2-3 пары, чередование лекций и семинаров. Пока что не могу детально сказать, у меня прошло одно занятие, но уже задали много домашней работы, мне очень сильно понравилось. В Сарновский парк, в парк приключений. Вот такие комнаты. Стоит подальше? Гуляем по Сормовскому парку. Здесь очень красиво и солнечно. Сегодня прошел второй день учебы. Мы решили, как обычно, выходной погулять, пока у нас есть возможность это сделать. Классно. И на улице не так холодно.